Комитет Государственной Думы поддержал запрет называть детей числительными и аббревиатурами. Подробности в нашем сюжете. По информации агентства ТАСС, Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект, которым предлагается запретить регистрировать имена, состоящие из числительных, аббревиатур и ненормативной лексики. В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что действующее законодательство не содержит нормы, обязывающие родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права, что приводит к злоупотреблениям. Автор законопроекта, сенатор Валентина Петренко, приводит статистику органов ЗАГС Москвы с 1998 года. Согласно этим данным, среди самых необычных имен, которые получили мальчики, были следующие: Николай Никита Нил, Христомри Радос, Дельфин, Ярослав Лютобор, Люка Счастье Саммерсет Оушен. Также за указанный период были зафиксированы следующие необычные имена у девочек: Апрель, Полина Полина, Принцесса Даниэла, Заря Зареница, Алеша Каприна, Океана, София Солнышко, отмечается в пояснительной записке. Также инициатор законопроекта вспомнил историю мальчика с именем аббревиатурой БОЧ РВФ-260602. Которая расшифровывается как биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года. Маленький Боч, так его называют, до сих пор живет без документов, так как суд встал на сторону органов ЗАГС Москвы, отказавшихся регистрировать ребенка с таким именем в защиту его интересов. Принятие законопроекта позволит обеспечить более эффективную государственную защиту конституционных прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних на имя, полагает сенатор.